теплая, удобная, не скользкая и, конечно, красивая. Если все эти качества совпадут, у вас появится идеальная пара зимней обуви. «Хочу купить» и я, Катя Лукьянова, расскажем, где такую искать. Чтобы твердо стоять на ногах зимой, нужны как минимум три пары обуви. Классические сапожки, высокие, теплые, на меху. Коричневый, серый, черный – цвета, которые подходят к любой одежде. Каблук выбираем устойчивый, причем он может стать главным украшением сапог. Либо можно выбрать сапоги совсем без каблука, это тоже универсальная модель. На каждый день подойдут и невысокие сапожки на низком каблучке, но уже ярких оттенков. Вторая пара – удобные сапожки-дутики или аляски на плоской подошве. Это более неформальный вариант. Носить можно и с джинсами, и уютными теплыми платьями. Такие сапожки очень легкие и теплые. Необычная альтернатива дутикам – унтайки. Если всегда мечтали об унтайках, это точно ваша модель. Искусственный мех под оленя, подошва для тепла прошита войлоком, внутри тоже войлочная стелька, так что действительно сапоги очень теплые. И удобные, да и стоят раз в 10 дешевле модели из натурального меха. Для отдыха на природе и прогулок по городу уютные ботинки. Обращайте внимание на подошву, хорошо, если она протекторная. В обуви с такой подошвой не будете скользить на гололеде, да и по снегу ходить удобно. Идеальная обувь для наших сибирских трескучих морозов, конечно, валенки. Тем более сейчас их делают очень красивыми, украшают аппликациями, вышивкой, стразами. А чтобы не скользили, устойчивая подошва. Мужчинам для зимы потребуется минимум три пары обуви. Классические ботинки с теплым мехом, полуспортивный вариант обуви для неформальных выходов и, конечно, спортивные теплые ботинки. А чтобы не разориться, покупая обувь для всей семьи на зимний сезон, приобретайте напрямую от производителя. На выставках-ярмарках обуви прямые поставки с заводов, так что цены доступны, а качество хорошее. Например, мужские теплые ботинки можно найти от 1900 рублей. Женские ботинки обойдутся еще дешевле – от 1600. Сапожки от 2900. К тому же на ярмарках всегда есть интересные новинки. Необычная модель Уги вместе со спортивными очками. Их можно носить и как декор на сапогах, так и использовать по прямому назначению. А если не мыслите своей жизни без кроссовок, зимой от них тоже можно не отказываться. Вот эта модель утепленная с мехом. Ярмарка обуви «Обувь Оптторг» открывается в Абакане 7 декабря. Здесь вы найдете зимнюю обувь напрямую от производителя. Высокого качества и по доступной цене. Большой ассортимент мужской и женской обуви для всех. Кроссовки, ботинки, спортивные модели, классические сапожки, аляски, унтайки. Выставка работает с 7 по 10 декабря в ДК «Железнодорожников».